И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival World, все так же на DLC Extension. Да, я пару выпусков называл Expansion, почему-то я знаю, что он называется Extension, надеюсь, никто не заметил. В общем, продолжаем выживать на DLC, и сразу начну с минусов этого обновления, этого DLC. Во-первых, гамма. Вот сейчас, как вы видите, да, вроде бы нормально, вроде бы все нормас, но это не то. Это у нас гамма 1. Если включить на гамму 2.2, дефолтную, то это вот это. Ах. В менюшке хорошо, но так жить невозможно. Зато с гаммой 1 так жить возможно, но в менюшке это писос. Это мне напомнило аберрацию, а точнее снаружи, то есть когда ты вылазишь наверх, и в аберрации именно так было сверху, без атмосферы. Я не знаю, как тут жить, и может в постройках как-то будет гамма меняться, но вряд ли. И, в общем, если у вас есть решение этой проблемы, а не только вот это вот игранием кнопками гамма, напишите в комментариях. Кстати, да, у меня кнопки гамма работают, у меня просто, так как сбилось все управление, у меня поэтому были не настроены. Также, мой птер сдох, я пытался убить стега, чтобы налутать прайм, но птер у меня сдох, и как бы, ну, был левел маленький. Я притомил нового, конечно же, я трэп не создал, и я вам не скажу, с какой левел он был, но вроде бы 132, да, 132 был, и плюс 62 прибавилось, да, 195 он стал. Давайте садим сразу же этот трайп. Кстати, есть вот такие пьедестальчики, и я знаю, как они работают. Точнее, для чего это говно нужно. Это просто тупо пьедестал. Суть в чем? Берем шкребок. Это ты, наверное? Нет, это не ты. Я не понимаю, где чего. Вот. Берем его в руки. О, прогрузилась текстура. Подходим к своему Дина, на диких не канает, ударяем по нему и получаем дермис, по-простому говоря, кожа. Дермис — это частичка кожи, и собираем, собственно, этот самый дермис. Подходим к пьедесталу, закидываем туда, и вуаля, у нас получается тот самый животный, то есть мы создаем чучело животного. Да, и теперь от старого птерчика остается только вот это чучело. Кстати, на них... Ой, не сюда залез. Сорян, ну гамму придется все-таки делать так, потому что я основное буду находиться не в менюшке. Вот, и, собственно, сюда мы можем закидывать седла. Седла, всякие эти скины и так далее. И, соответственно, даже можем сделать свой музей из этих скелетов, все дела. То есть, реально можем построить теперь долбанное здание, где будет стоять статуя скелетов, и назвать его музей. И мне же только что это осенило. Вот, поэтому, как бы, да, вот, такой вот птерчик у меня будет. Да, у меня седло оставалось, и когда я его томил, в итоге я налутал хитина, я налутал кожи, я налутал волокна столько, что мне хватило застряпать новое седло. Я так думаю, ну окей, почему бы нет. Зато быстрее до дома пришел. Птерчик у меня босявый получился. Здоровье я ему не качал, выносливость я ему качал, было 700. Но видите, он прибавляется просто огонь, как легко. Да, чем выше левел, тем побольше за каждый прирост прибавляется. Но это вы знаете. Вес подкачал. В общем, конечно, птерчик уже лучше. Урон так вообще огонь. Вот, и все хорошо. Установил такую платформу. Начал с самого угла, чтобы у меня ровненько все, красивенько шло и занимало всю платформу. Вот, в угол установил ловушку, так как я хочу притомить Аргентависа, так как веса не хватает, и мне нужно его томить. Вот, и, собственно, вот, все здесь занял. И что самое главное прикольное... Все, прям настолько ровненько пошло, что у меня вот здесь ворота встали прям как надо. Ровненько, ну практически ровненько по центру. Да, практически ровненько по центру, но это офигеть.
То есть, как будто, знаешь, разработчики на это и рассчитывали, что люди так и будут застраивать эту территорию. То есть, чисто под количество фундаментов. Здесь в районе 250 фундаментов, ну, то есть, не сильно много. Вот, просто я пару раз по 100 делал, потом еще там по мелочи делал. Ну, в общем, в районе 250. И суть в чем? Погнали наверх. Вот она, самая высокая точка на этой карте. Почему самая высокая? Ну, вы просто посмотрите. То есть выше этой точки точно нигде ничего нету. Суть в чем. Это заброшенный город в виде такого маленького ромба. Ну, по факту, как этот... Как там? Имплант. Есть также еще два города. То есть вот обелиски. Они под куполами. Я там еще не был. Слетаем. И третий обелиск у нас находится в этом городе. Он не функционирует. То есть под ним тупо нету этой самой платформы. Я не знаю, в чем прикол, наверное, так и задумано. Ну, то есть, третий обелиск здесь не работает. Те же обелиски, они функционирующие, насколько я понимаю. Как будто там кто-то уже построился. А, нет, просто отражение обелиска. Отлично. Вот, и, собственно, это самая высокая точка карты. И здесь очень красиво. Кстати, на этой карте есть смысл. То есть вот админы серверов могут здесь устраивать типа ивенты «Найди лут». И вот реально, то есть найди ящик с лутом. И вот в этом городе ты задолбаешься искать. Здесь столько мест, где можно построить нычку. Вот, к примеру, даже вот это место. То есть здесь даже можно маленький домик построить. Оп! И огромное место для застройки, и здесь реально высоко все еще. Вот такие вот дела. Кстати, на самый верх я не летал. А погнали, посмотрим, насколько далеко от потолка это место. Не сильно высоко, не сильно далеко. Чуть не сдох мой птерчик. А не, фу, птерчик-то не сдохнет. Суть в чем, смотрите. И все! И уже. Суть в чем, мой имплант почему-то начинает выжигать. Ну-ка, давайте-ка. Сейчас включу. Вот, смотрите. Имплант unstable, то есть нестабильность импланта. И, соответственно, и меня сжигает, и птера сжигает. В общем, все горят из-за нестабильности импланта. То есть мы слишком высоко поднимаемся. Кстати, да, это получается самая высокая точка на карте, где мы можем вообще хоть как-то находиться. Кошмар. Я очканул, когда это у меня первый раз бомбануло. В общем, да. Не советую летать выше. Собственно, что сейчас в моих планах? В моих планах это притомить аргентависа. Именно для этого эта ловушка и построена. И, кстати, аргентависы летают в том районе. Я летал... Это уже второй... Второй раз в попытке записать эту серию. Вот, я уже летал, и аргентавис находится вон там. Для этого у меня есть лук-стрелы, арбалет-стрелы. Арбалет, потому что басяви. И как бы 25. Слушай, может и хватит. Может и хватит, я не знаю. По идее, должно хватить. А у меня вообще есть наркотик? А наркоберик? О, есть чуть-чуть. Отлично, значит, можно это дело все и состряпать. Такс. А, господи, вот так вот закидываем и все. Да, благодаря вот этому сундучку из А+, сорян, народ, но, блин, приходится с такой гаммой играть, уж извиняйте. Если вы знаете, как решить эту проблему, то подскажите. Благодаря рюкзачку из А+, кстати, я их сундуками называл, хотя я понимаю, что он называется рюкзак, но почему-то я называл его сундучком. Да. Это как, я знаю, что экстеншн называется, но почему-то я его в видосах называл экспеншн. Самому противно было пересматривать, если честно. Вот. И, собственно, ну, сейчас, я думаю, стрел мне точно будет достаточно, если я не притомлю какого-нибудь топопо. Блин, мне надо налутать травы. Ну, 54 стрелы, я думаю, мне теперь будет достаточно. И, кстати, да, у меня есть какой-то вот такой ресурс, я не знаю, что это за фигня, но я добыл его с дерева. Просто сраженного дерева. И, как бы, лутает с него они офигеть как много. Какие-то синие гемы. Не знаю. И, кстати,
благодаря тому, что я нахожусь наверху, я задумался. А ведь у нас нету летунов, которые могут собирать траву. Да, это реальная проблема. Так как я нахожусь наверху, мне нужен сборщик травы, который может летать. Но таких не существует. Они все собирают только... только мясо. Проблема. Ладно, погнали за Аргентависом. По крайней мере, им я могу перетаскивать туда-сюда сборщиков ягод. Да уж. А вот и первый представитель данного вида. 60 левел вполне неплохо. Ну, давай поищем другого. Кстати, летая на летунах, самую большую опасность представляют вот эти чудики. Это зараженный птер. И он может за вами летать. И это самая главная опасность. На летуне. Все остальное вас трогать сильно не будет. Ну, не считая, у нас модовый еще дракон есть, но как бы это фигня, его видно издалека. Да уж, поэтому... О! Место? Эх, нету первосортинки. Ну, зато есть кератин немножечко. Тоже неплохо. А, что-то аргентависов тут маловато. Может, за городом где? Есть немного. Ну вот, практически уже долетел. Какой там у тебя чувак левел? 84, если я не ошибаюсь. Да, 84. Нашел левел получше. Кстати, того 60-го, который первого я видел, завалили. Ну как? Саблезуб хотел его завалить. Я завалил, короче, Аргентавис, потом завалил Саблезуба. В общем, нормас. Вот, и я дверь не открыл. Отлично, я молодец. Я дверь не открыл. Открыл только не в ту сторону. Окей. Окей. Я забыл подготовить двери к приему гостей. Так, погоди, погоди. Так, хорош так-то пинговать. Че, прикалываешься, что ли? Ну-ка, давай. Это сейчас свино тоже улетит. Так, кстати, да. Гнал оттуда, а в итоге оказалось... О, да! Ну что за твою мать, а? Вот тупое говно. Какого фига? Я до сих пор понять не могу, как эти работы, ворота работают. Левую нажимаешь, она должна вовнутрь заходить, да, почему-то не зашла. Сейчас вообще тупо пинганул и отлетел в никуда. Такс. Эти ворота должны как-то открываться вовнутрь. Но это тупое говно. Ладно. Надеюсь, далеко эта тварь не улетит. Отлично. Самое главное, он внутри. Берем арбалет, берем стрелы. Надеюсь, все-таки мне 55 стрел достаточно будет. И начинаем томить. Нате, промеж глаз. Отличненько. Спит. Куда денется? Так, стрела дай. Не хочешь стрела давать своей морды. А, так вот там морда вообще под низ ушла. А, кстати, точно, 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 птерчик, стой, не ешь это все дело. Отлично. Еще десяточка осталось. Там трупик один расчленил, так сказать, на компоненты. И там 12 прайм мяса получилось. Ну, отлично, думаю, что, хоть что-то. Так, погоди, дай мне мои стрелы обратно. Эх, мне их лень создавать. А, надеюсь, не застрял. Не, застрял, я молодец. Ну ладно, ненадолго. В общем, нормас, нормас, потихонечку оглушаем. Кстати, бил бобров, бобры около зеленого обелиска. И это прикольно. Надо будет его сгонять, потому что там, возможно, есть жемчуг. Зачем мне жемчуг, узнаете. Отлично, одна кормежка, 8,7%. Ну, 10 мяса, конечно, маловато, но нужно поискать сейчас еще чуть-чуть. Все-таки быстрее притомиться прайм мясом. Кстати, в первый же день вышло какое-то обновление, только вечером, но баг с пропавшими текстурами так они и не починили. Кстати, напишите в комментариях, это у меня у одного такая фигня, или все-таки я не один страдаю? Ну, блин, ну реально, это тупизм. Мне очково порой ходить, я не знаю. Мне реально страшно порой просто наступать. А вдруг провалюсь? Какой левель? 12-й. Сумасшедшие мегатерии. Кстати, мне вот я за ним прилетел. 24 левел, нормас.
Вот, собственно, сейчас и птерчика подкачаем, и прайма добудем. Главное, чтобы вот этот мегатерий чутка не согрелся, и вообще будет огонь. Они любят на меня агриться. А, твою мать, вот про что я говорил! А, скотина! Оп, первосортинка, отлично. Но я хотел вообще-то птерчика прокачать, ну ладно. Главное, первосортину добыл, и на том хорошо. Фу. Теперь точно притомим нормально аргентависа. Так, вот не бобры, а вот бобриные хатки. Все классно. А вот набелиск. Кстати, помните, я говорил, да, типа у него там нет платформы, все дела, вот это-то. То есть у него нету терминала. То есть тупо и банально, под ним нету терминала. Да, это, конечно, баг текстуры, все дела, но терминала-то все равно нету. Такие вот пироги, так что обелиск не рабочий. Че еще сюда приперся-то, по большей части? Жемчуг. Жемчуг. Я до сих пор не знаю, где находится жемчуг. Но я точно знаю, жемчуг находится в воде. Осталось только найти, где она здесь у нас. Первая вода это вот здесь. То есть, как бы логично. Бобры, вода, все дела. Но что-то жемчуга тут тоже не вижу. Но бобриные хаты, надеюсь, меня спасут в этом деле. Так, ты шат спестован. Отлично. Мы здесь просто бегаем. А, блин, мы здесь еще и плаваем. Это фигово. Бобры-то тоже плавают. Итак, не кисло плавают. Валим, 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 валим. Быстрее, 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 быстрее. Беги, глупец. Быстрее в небо. Отлично. Дерево, дерево весит дофига. Ну, ладно. Ну, цементный паста зато добыл. И, конечно, да. Так, что у нас тут по бобрам? 24 левел. И 36, если я не ошибаюсь. Да, 36, отлично. Так, приземляемся. Хотят убить меня? Не хотят, отлично. Погнали за второй плотиной. Может, я там жемчуг найду? Потому что просто так жемчуг раскиданный я не вижу. Но не вижу же. Эй, ты на меня все еще агришься? Нет, не агришься. Это хорошо. Так, погоди. О, так я тут бегать могу. Огонь. Так, лутаем все, жемчуга нету и валим отсюда нафиг. Оу. А жемчуга все еще нету. Ну, хорошо. Давай еще поищем. Блин, ну это реально какая-то подстава. Я просто понять не могу, где здесь глубоко, где здесь не глубоко. А это вообще земля уже, отлично. Это же земля? Да, это уже земля. Блин. Ну, в общем, жемчуга-то нету тут. Погоди. А, не, просто баг текстуры. Блин. О, хата еще одна. Отлично. О, и обсидиан. Блин, надо сначала обсидиан залутать, наверное. Да. Сначала обсидиан. Тогда дерево вот это выкидываю. Это туда и туда. Неплохо, 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 неплохо. Обсидианчик мне нужен. Хорошая штука. И сейчас залутаем бобриную хату. Ну а как аргентавис притомится, сгоняем к другим обелискам. Я хочу посмотреть, что там. О, жемчуг 11. Мало, конечно, но уже прогресс. Все-таки есть. Здесь жемчуг. Ой, блин. Так, погоди, ты какой левел? А, 60-й. Ну да, это я тебя видел. И все, это весь жемчуг. Ну, такой себе. Хо, еще бобры. И бобриные хаты. Ну, это вообще мелкий левел. Ну, блин, прикольно. Я что-то не замечал. Хотя, видать, тогда еще бобриные хаты они не сделали. Этому не замечал. Так, сладненько. Дерево выбрасываем. Вариантов других нету. Так. Оп. Могу бегать. Могу плавать. О! 22 жемчуга. Отличненько. Давай, 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 давай. Ах! Взлетаю. Уже неплохо. И сколько у нас было жемчуга?
Блин, так много всего надыбал. Ух, прям, особенно цементная паста радует на начальном этапе. 33 жемчуга. Ну, уже неплохо, но все еще далеко от идеала. Надо еще золото. Так, погоди, погоди, сейчас вы за мной же побежите. Так, давай следующую. Хату разграбим. Расхититель бобриных хат, блин. Надеюсь, не на меня. Ага, он просто бешеный. Отлично. Ну и ладно. Так. Бобришки! Согрелись, блин. Ну, ничего, бывает. Ой, я вообще плохо летаю. Офигеть. Так, а ты у нас какого левела? 42. 54, 42, 6 левел. Ну, нормас. Кстати, сейчас вот его и парцарари и залутаю. Да, я хочу его залутать. Сейчас он добьет, я хочу залутать. А может, я добью? Нет, не получилось добить. Не успел добить. Оп, зато первосортинка. Класс. Кстати, они далеко от дома. Блин, у меня классное место. Здесь вон бобры, там бобры. Около дома прям металл, жемчуг, господи, все, у меня крыша поехала на жемчуге. Металл, трава, кристалл. Вообще классное место. Один минус. Лифт нужно строить. Либо телепорт. К сожалению, просто так сюда не добраться. Но зато хищники сюда тоже не доберутся. Это неплохо. Кстати, если побегать около вот такого здания, то есть, ну, чем-то она похожа на здание кинотеатра, да, то есть вот с такой вот крышей, типа вывесок тут не хватает, то здесь тоже вот есть вода, и там бегают, точнее плавают саблезубые лососи. А это, между прочим, уже первосортная рыба, что тоже вполне себе неплохо. Бобров я здесь не видел, я здесь бегал дофигище, поэтому не видел. Вот, но рыба здесь есть, это уже тоже неплохо. Прилетел сюда, чтобы посмотреть жемчуг. Я здесь просто птера недалеко томил, поэтому я здесь и бегал дофигища. Здесь был птер 156 когда-то, но я его потом потерял из виду, ну и притомил 132. Раскладочка зато красивая у этого птерчика, и все огонь. Здесь уже более густо застроенное. Ой-ой-ой, пошло все. Построечки прогружаться людские. Понастроили, тот понаехали. Ну, зато около меня их нету никого, это хорошо. Вот, но здесь реально очень много уже застроек. Вот, здесь уже, смотрите, телепорт стоят, все дела. То есть уже люди застраиваются вовсю. И, собственно, птерчика я где-то здесь и томил. Такс. Ну, давай еще поищем воду. Просто аргентавис еще долго томится. Ждем и занимаемся нужными делами. Кстати, вот, может, здесь вода есть. Во! Я прям большой источник воды нашел. Это прям на носу города. Ну, какой прикольный домик. На носу города. И давайте. О, тут лососи летают. Летают, блин, плавают. Вот. Но, кстати, бобров я, к примеру, тоже здесь не вижу. Хоть большой водоем, но ни бобров, ни жемчуга я здесь не вижу. Обидно, вообще-то обидно. Но большой водоем есть, и это уже факт. О, постройка. Прикольно. Ну ладно, поищем еще. О! Отлетел подальше. Просто я летел вдоль воды. И вот, собственно, бобры. Нашел. Нашел еще хату. Не приземляется. Не приземляется, потому что вода считается. Окей. О, а здесь приземлился. Просто хочу поближе подвести, чтобы хватануть и улететь. К примеру, вот так. Хоп! И нет жемчуга. Отлично. Зато есть грибочки, которые я сейчас пожру и наконец-то избавлюсь от этого голода. Эх, было темно и еще темнее стало. Кстати, благодаря этому бортику бобры не могут вылезти оттуда. То есть они там могут плавать, а вылезти не могут. Да, мутно, плохо видно, но... Факт фактом. Оп, приземлился, они ничего не могут сделать. Ха, клёво. Сейчас кто-нибудь, конечно, подойдет сбоку и кусь-кусь сделает мне.
О, да бобры не только в воде, точнее хаты. Ты смотри, вон берег, вода, классно. Какой левел? 18. Бобров убивать я не хочу. Почему? Потому что... А зачем? Они же потом новые хаты сделают. А, соответственно, пока они заспавнятся, это пройдет время. Вот, поэтому как бы да. О, отлично. Я уже сам могу их убивать. Здорово. Так, ты, надеюсь, не на меня согрен, да? Отлично, отлично. Сейчас еще хат залутаем, и будет огонь. Текс, а тебе выносливость пригодится. Текс. Хата раз. Где? Оу, тихо. Чувак, спокуха. Хата два. Все. Это, дефендеры за ним пришли, типа, он показывает, типа, ну, а нету никого, они такие, ах ты ублюдок, на тебе за то, что ты, типа, это, ложный вызов, на тебе. Это вот так вот работают дефендеры. Типа, он, короче, пошел, пожаловался, говорит ему, типа, чувак, ну вот, все плохо, а они такие, на тебе. Ой, я Кастрадеса завалил. Блин, я хотел вообще-то этот дефендер развалить, но завалил Кастрадеса. Я хочу Дефендера завалить. Че он вообще из себя представляет по луту? Ух ты, нифига себе, может, ты нехило. Вау! Давай. Давай, Кастрадес, мы с тобой сможем его завалить. Бэбэнг, 145. Ничего? Так, стоять. Все, чувак. Я разграбил твою хату, но я помог тебе выжить. Я молодец. Заканчивается водичка и заканчивается сам заброшенный город. Ну, кстати, зато здесь не так-то уж и далеко лететь до купола. Я думаю, туда мы сгоняем в следующей серии. Что в один, что второй. Нафиг сегодня туда летать. Сегодня я жемчуг пытаюсь найти. Погнали уже Аргентавис проверять, я думаю, он уже притомился. Да, как я и говорил, Аргентавис уже притомился. Все просто огонь. Теперь остается мне что? Правильно, надеть на него седло. И все будет огонь. У него вес 600, что вполне себе неплохо. Кстати, отдай мясо. И... Сейчас дадим тебе другое место. Вот, и что уже означает, я могу спокойно лутать. И, во-первых, ресов побольше смогу лутать. И, во-вторых, я могу к себе, допустим, того же Кастрадеса притащить на базу и уже спокойно томить. Вот, без лишних морок и заморок. Вот, поэтому как бы да. Но сегодня что? Жемчугом, конечно, мы не залутали нужное количество, но он есть, и это факт. Кстати, а бинокуляр мне нужен, к сожалению, полимер. Кстати, полимер я так еще не узнал, откуда лутать. Но много волокна, много дерева, солома залутать можно, и уже можно будет отстраивать дом. Но это как-нибудь потом... О, вот она, луна сломанная! Разломанная луна, я нашел, где она. Господи, как это красиво издалека, но в упор это как-то ужасно. Ну ладно. В общем, народ, такие вот дела. Сегодня и жемчуг полутали, и аргентависа притомили, и, в общем, дел-то много сделали, и карту поисследовали, а именно город. Так, немного, но все же. Но самое главное, я уже наметился, что мы будем делать в следующей серии. А в следующей серии мы обязательно полетим к новым велискам, которые... Мы посмотрим завтра. Точнее, вы завтра, а я-то сегодня. А не хочешь пропустить это все дело? Подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй. Ну и, конечно, делись моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.